Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал в видео «Спросите у Татьяны». И спонсоры этого видео – члены клуба «Русская дача». Самые позитивные и мотивированные люди, которые получают видео и подкасты каждые 5 дней. Приходите к нам. Сегодня вы видите, я в лесу. Потому что лето, и я хотела сделать видео в лесу. Сегодня у нас интересная тема. Это разница между словами «картина» и «картинка». «Картина» и «картинка». Какая разница? Я часто слышу, например, «моя любимая картинка Ван Гога» или «моя любимая картинка Рембрандта». Это неправильно. Картина – это в музее. Вы знаете, Эрмитаж, Лувр, музей Прадо. Там есть картины. Картины – это большая такая вещь или маленькая. Например, картина Малевича или картина Берты Моризо или картина Виже Лебран. Виже Лебран – это французская художница. Она была официальным художником Марии Антуанетты, я думаю. Вот, картина – это в музее, это что-то, что сделала художник. Картинка – это обычно иллюстрация в книге, например, в журнале, в книге, иллюстрация. Обычно это не фотография, фотография – это другая вещь, но картинка – это, например, иллюстрация. И если у вас очень много денег, вы можете купить, например, Пикассо или Малевича или Рембрандта и повесить дома. Но вы также можете купить, например, книгу с иллюстрациями, с картинками, да? Или, например, дети очень любят книги с картинками. Картинки – это что-то, что мы нарисовали в книге. Картинка – это что-то для книги. Картина – это для музея или для дома. А картина – это произведение искусства. Произведение искусства – это, может быть, скульптура, картина, опера и так далее. Значит, еще раз, картина – это в музее. Например, у меня есть любимая картина в Пушкинском музее в Москве. Вот вы ее видите, автор Рембрандт. И эту картинку этой картины можно найти в интернете без проблем. Еще раз, картина это в музее, картинка в книге, в журнале. Надеюсь, что вам понравилось. Пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы получать информацию о новых видео. До скорого! Пока-пока!